Впервые в Югре выберут лучших химиков. В окружном центре обсудили подготовку к конкурсу «Славим человека труда». В заседании оргкомитета принял участие главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко. Состязание пройдет в двух городах – Югорске и Ханты-Мансийске. От каждого региона УРФО приедет по 3 представителя. Они покажут свои знания в теории и на практике. Отмечу, что специальность «лаборант химического анализа» входит в топ-50 востребованных профессий России. Профессионалы будут соревноваться на площадке Югорск-Трансгаза в городе Югорске, а молодые специалисты, обучающиеся, будут соревноваться на территории Югорского государственного университета. И закрытие конкурса планируется 15 марта 2018 года. Конечно, и для Югры, и в целом для Уральского федерального округа эта территория, как вы прекрасно понимаете, является базовыми для российской экономики. Этот конкурс более чем востребован, и мы полагаем, что ему предстоит еще долгая жизнь. Добавлю, для оргкомитета конкурса ректор ЮГУ устроил экскурсию по лучшим химическим лабораториям университета, где уже в марте участники «Славим человека труда» смогут показать свои силы.